Мы продолжаем. Всемирный банк планирует выделить финансовую помощь на строительство тысячи мини-электростанций на солнечных батареях в Нигерии. Об этом в ходе своего официального визита сообщил президент организации Аджай Банга. Масштабный проект реализуют при совместном участии правительства и частного сектора. Страна с населением свыше 200 миллионов человек испытывает нехватку электростанции, вернее электроэнергии. Без света остаются отдаленные населенные пункты, а миллионы жителей и предприятия до сих пор зависят от бензиновых и дизельных генераторов. Мини-сети, состоящие из небольших электростанций, обычно имеют мощность от нескольких киловатт до 10 мегаватт, чего достаточно, чтобы обеспечить дешевой электроэнергией почти 200 домохозяйств.